Не обращаю внимания. Хорошо, как команда сегодня сыграла, потому что ну, такой был жиденький счет и была возможность у Тосно тоже забить? Конечно, первая игра официальная, было тяжело, тем более кубковый матч, всегда непростые, Тосно отличный соперник. Но я думаю, если, дай бог, в сезоне будем лежать по 1-0, то не откажется от такого, я что очень рад. Аня сегодня вышел на поле. Как ваше взаимодействие оказалось немножко, что ну, не до конца он еще понимает, как играет команда? Нет, с моей точки зрения, все отлично вышел. Mm-hmm. Что требовалось от него? Цеплялся за мячи, обострял, осталось только забить. Все. Как команда готова к сезону? Я думаю, никого не устраивает 10-е место. Конечно, не устраивает. Будем работать, посмотрим. Первая игра, вот скоро все покажет она. Тяжело удалось переиграть? Тяжело, да. Перед матчем? Подустали к концу? Подустали, да. Потому что ну, кубковая нам вообще игра такая другая. Одна игра всего, так что команды обе понимают это и отдают все силы, поэтому вот. Вы играли первый матч с ФНЛ, да, то есть с командой ФНЛ, может попроще вкладываться в сезон через таким сезоном, через такого соперника? Да, на это не обращаем внимания. Есть соперник. Играем. Как ты себя сегодня чувствуешь на поле? Болельщики вроде бы поддерживали, да? Почему вроде как? Да, точно поддерживают, точно поддерживают. Очень рад, спасибо им за поддержку. Ожидал такого? Нет, не ожидал. А чего ожидал? Ничего от болельщиков? Да, в свою сторону. Как-то они должны были реагировать? Ничего не ждал. Я в команде. Я стараюсь принести результат. Пользу. Получается, что от меня требуется. Людей заставили переживать, болельщиков своих. Перед матчем прошла информация, то, что приедет Скаут Манчестер Юнайтед, и болельщики говорили, что приедут смотреть на вас. Вы в команде это обсуждали, как может быть? Я от вас сейчас первый раз слушаю, Бог. Не знаю. Как вообще вот с информацией, что вы сразу знакомились с вашей кандидатурой, что вы можете покинуть? Без комментариев. Ну, что-нибудь про будущее вообще? Без комментариев. Леша, а вот схема 5 защитников перешли лично для тебя в атаке? Как-то изменилось что-то? Стало проще, может быть? Да нет, в принципе, функции остались те же. Игра на позиции нападающего. Ну вот на сборах работали, посмотрим, думаю, принесет свои плоды. Голод меня не сильно расстроил. Ну там был явно офсайд, и как бы я это видел, я понял, что